Наступивший новый учебный год изобилует открытиями спортивных площадок. Кингисеппская гимназия в солнечный осенний день пригласила гостей, чтобы поделиться радостью обретения. Несколько миллионов рублей потрачено на самое современное оснащение территории, где ученики будут совершенствовать свои спортивные навыки. Хочу выразить огромную благодарность компании «Питерспортстрой» и ее генеральному директору Юрию Владимировичу, проверенному, надежному партнеру, который в Кингисеппском районе построил уже не один такой объект. И если бы не такие вот золотые руки, которые есть в этом коллективе, не было бы таких объектов даже при изобильном финансировании. Это профессионалы своего дела. И мы хотели бы пожелать всем нам, чтобы такие стадионы у нас в ближайшее время появились в каждой школе, а потом в каждом детском саду, а потом просто во дворах. Современный спортивный комплекс открывает новые возможности для физического развития молодого поколения. Почетное право перерезать красную ленту предоставили кандидату в мастера спорта по художественной гимнастике Екатерине Сысоевой и победителю множества соревнований по гандболу Ивану Бобрецову. Ребята уже достигли определенных успехов в спорте, и такой подарок должен подстегнуть их к еще большим победам. Современное покрытие будет зеленеть круглый год. Множество специализированных площадок образует собой достойное спортивное сооружение для достойного учебного заведения. Самое важное, что мы получили этот подарок к дню рождения нашей гимназии. 14 сентября нам будет исполняться 23 года. Это уже немало, но это еще и немного. Это говорит о том, что у нас много еще разных целей, и мечта наша будет продолжаться дальше. С такой площадкой можно запросто мечтать о покорении любых спортивных вершин. Здесь будут расти новые чемпионы, ведь в каждом достижении важен старт. А такой, каким его оборудовали в Кингисеппской гимназии, не оставляет школьникам времени на раздумья, посвятить ли себя спорту.